Внимание всем! С вами я, Наиль Порошин. Вот сейчас покажу вам ролик интересный. Многие там спрашивают, а вы почему мало уделяете время окушкам? Пожалуйста, покажите то, покажите все. Вот у меня хороший клиент, такой интересный дяденька, Юрий Иванович его звать. Вот у него он владелец этой окушки. Значит, жалобы, не то что жалобы, а так, будем говорить, подозрения на расход. Ну, бывает человек такой вот, есть вот подозрение, все, никуда не деться от этого. Значит, что мы делаем? Я снимаю свечи, товарищи, они в идеальном состоянии, то есть почти что такой светло, будем говорить, темновато-белый изолятор, практически идеальная свеча. Далее проверяем провода, свечи, провода отличные, хорошие. Далее смотрим на карбюратор. Я обычно смотрю на воздушную заслонку. То есть сразу, потому что на окушке такая болезнь номер один. Почти раковая опухоль. Значит, вы убираете подсос, а он оказывается неубранным. И то есть под углом находится воздушка, а это расход обеспечен, причем двухцилиндровому авто. Далее. И прекрасно работают зажигание, смотрите, стоит почти что, не почти что, а практически в плюсе. То есть опять плюс. Плюс плюсового зажигания. Я не люблю минус стоять, только плюс люблю. Вот. Ребята, то есть идеальная машина. Как нам разрулить ситуацию? Вот видите, стоит бутылочка. Вот видите мой японский расходомерчик. Смотрите, вот пошел шланг, пошел. Через переходничок и приходит он у нас сюда. А его бак, вот, товарищ, смотрите, закрытый. Вот теперь что мы сделаем? Сейчас, Юрий Иванович, берите в воронку, налейте, пожалуйста, вон в бачок это, бензинчику, литр. Ой, пол-литра, не надо, чтобы долго не ездить. Мы решили сделать пол-литра. Тихонечко наливайте. Угу. Наливайте. Смелее. Вот. И теперь мы его попросим, чтобы он нам померил расход. Я обычно еду сам, потому что люди не могут вести себя адекватно на дороге, газуют. Это у нас проверяют, посмотрите сюда. Это проверяйте городской цикл движения, поэтому газовать здесь нет смысла. Юрий Иванович, а вы поставьте фильтр? Сможете фильтр поставьте? Давайте, ставьте. Вот ваши эти винтики. Вот. Вот ваш ключик. Счетчик на ноль. Итак, друзья, еще хочу там обратить одну вещь. Кто-то мне там, сразу оппоненты такие бывают, знаешь, ловят Наиля. Я сказал, а у вас еще в шланге осталось и в этом поплавковой камере. Мужики, не парьтесь. Там такой мизер. Я даже париться на эту тему не буду. Уже ролик вышел, я даже не буду говорить, кто его вывел. Вы сами догадаетесь, что вот там смотрят, как проехала машина на том, что было в этом в шланге и что в поплавковой камере. Мужики, что в поплавковой камере хватит на 50 метров поплавковой, а у шланги элементарно просто замерить. Поэтому не надо там искать эти метры, там 200-300 метров, это все ерунда. Когда человек сейчас мне привезет расход, скажем, 5 литров на 100 км пути в городском цикле движения, хотя на окушке это не 5 литров, а 6 литров, паспортные данные. 6 литрам буду рад. Так, не здесь, вот здесь, да, отсюда. Итак, Юрий Иванович, все, я убираю сумочку свою, освободите ему... Затягивать не будем? Да, вот так-то оставьте. Юрий Иванович, идите, счетчик на ноль поставьте, пожалуйста. Счетчик на ноль. Угу. Ехать я вам сказал, какой маршрут, да? Да. Ну, чтобы удобно, он хороший, там километраж известен. Дайте я сниму. Вон, видите, счетчик на ноль. Итак, будьте добры.
Вот окушка наша проехала 10 километров 200 метров. Вот я вам показываю. Снова включаюсь. В общем, 5 стук. Юрий Иванович, давайте, говорите. Вас слушает весь интернет. До заправки 5-100. Так. И обратно 5-100 сюда. Ну, 10-200. 10-200. Ребята, это мы проехали на 500 граммах. Значит, мы получили с вами 5 литров городской цикл движения. Но, я сразу говорю, Юрий Иванович делает, он не едет 160, но 60 тонн ехал. 50-40, где были по знакам, так он и ехал. Вот, ребята, смотрите внимательно. И, кстати... Значит, для тех, кто там говорит, что вот там осталось что-то в камере, мы просто в ролик не вошло, мы выкачали из камеры. Мы чисто из нашего бачка омывательного берем бензин. Выкачали, чтобы не было потом бури в стакане и лишней пурги. Никто не мел, что, дескать, вот, мы тут подтасовываем факты. Нет, ребята, просто в идеальном состоянии машина, хорошая, чистенькая, аккуратненькая, вот что она жрет. Вот что она жрет. Сейчас он поставит снова. Ага, снимайте. Убирайте фильтр. Мы сейчас даже посмотрим, что-то может осталось даже в бачке. Так, Юрий Иванович, я снимаю здесь, а вы, значит, это, вы снимите тут тихонечко. Снимите. Так, сняли. Так, давайте. Прям скачивайте на землю. Ничего страшного нет. Скачивайте на землю. Бросайте, бросайте. Нет ничего? Да нет, сейчас побежит, наверное, воздух еще. Да отлично, отлично. Просто песня. Все, ребята, всем привет. С вами был я, Наиль Порошин. Мы показали вам расход окушки. Вот хозяин ее. Всем счастливо!